Это «Новости 24». Мы в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Защитить права малолетних осужденных. Воспитательную колонию в Талагах посетила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова. Общение проходило в форме интерактивной игры в рамках проекта «Правовая школа детей Поморья». Подростки разделились на 10 команд и отрабатывали реальные случаи из юридических практик. Чтобы было веселее, игра проходила в форме путешествия по станциям, на каждой из которых им предстояло выполнить ряд заданий. Такие вопросы там. Я всего 2 этапа прошел, но уже там как бы на права человека вышло, выходит. Ну, так интересно. Когда мы создали правовую школу детей Поморья в Северном Арктическом федеральном университете, мы поставили себе задачу, чтобы как можно больше охватить вообще детей вот именно по правовым вопросам, чтобы дети понимали, что куда, что, как, когда можно обратиться, каким образом отрешать ту или иную проблему, чтобы они знали не только права свои, но и обязанности, понимали свою ответственность.